Дорогие земляки, жители моего родного города на Днепре. Очень часто в последние полтора года я возвращаюсь в памяти к тем трагическим событиям, когда обанкротившийся режим Януковича толкнул нашу страну в воронку революционных потрясений. После чего страна-агрессор попыталась воспользоваться нашей слабостью. Нас пытались сломать, но мы выстояли. И продолжали идти с гордо поднятой головой. Но война за независимость Украины продолжается. Давайте никогда не забывать о том, что только мудрость наших земляков да хладнокровие тогдашнего руководства области смогли остановить страшный и почти неизбежный ход развития событий. Вместе мы не пустили войну в Днепропетровск. За последние полтора года мы прошли так много фронтовых сводок, что забыли о том, какой мирной жизни на самом деле хотим. Политики цинично используют нагнетание ситуации, чтобы скрыть отсутствие реформ. Но для меня война – не оправдание бездействия. Мы не должны останавливаться и ждать, пока все закончится. Мы будем идти к своей цели и мечте, чтобы построить комфортный, безопасный и экономически сильный Днепропетровск. Город, в котором захотят жить наши дети и в котором найдется работа для всех, кто хочет работать. Мы построим этот город вместе, невзирая ни на что. Мы никогда не опустим руки и не сдадимся. Мы всегда будем защищать наш дом, нашу родину, нашу Украину. Мы будем оберегать ее независимость так же, как вы оберегаете свои семьи. С Днем независимости Украины!